Это я сказал? Да, это вы сказали. За следующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную плату. Ах, дядя. За ближайшие 10 лет в 2 раза увеличим объемы дорожного строительства в стране. В ближайшие несколько лет регионы России должны снять проблему нехватки мест в детских садах. В натуре! Мы добьемся полного выполнения наших обязательств перед участниками Великой Отечественной войны. За 5 лет мы должны построить в России не менее 1000 школ. Замечательно. Поразительно. Гениально. Реальные изменения должны произойти и в отечественном здравоохранении. Главное, их должны эти изменения чувствовать сами граждане России. Пойду посру. Доступное жилье – это еще и понятные, и справедливые цены на коммунальные услуги.